Доброе утро. Стоит красавчик. Лег, как говорится, на землю. Бля, вот это очень плохо. Вот это очень проворачивает целенблоки. Вот это. Надо отбойники делать. Ё-моё. С вами будем, наверное, варить. Я тут познакомился на рынке, где можно брать в аренду сварочник и болгарку. Будем, наверное, отбойники делать. Сейчас выгрузимся. Что-то шипит. А что, колесо не спустило? Это саморез нашел. Ну давай, братан, крути шарманку. Тут сегодня, правда, холодно. А давай, Лукойл. Или масло опять не проверил. Так реально, он прогреется, пока крутишь. Прикиньте, вы прикиньте, он замерз. У нас что-то холодно. То заводится, то не заводится. Колесо вот здесь. Саморез. Но у нас есть дружочек наш. Сейчас, бля, шикну. Блин, так бы масло хоть проверил, ладно. 2 минуты и все готово. Совершенно другой вид, да? Ходил, к Wi-Fi подключался. Телефон заблокировали. Все. Можно отправляться в путь. Прогрел. Чутка. Поехали, а то в пробке встанем. Надо по Шурику выгрузиться. И вернуться домой, это нам ночью надо будет ехать. Колеса протянуть надо будет. Ну что, нагруженным не протянешь. Нормально. Блин, надо пломбу оторвать. Это я вместо хомутов их использовал. Когда вот рессору выставлял. Вместо хомутов. Так. Отбойники, да. Хочу сделать отбойники. Чтобы он не ложился. Надо от чего-то чуть-чуть. Что-то от чего-то подобрать. Но. Двигаемся, господа. Прогреемся по дороге. А то... Ой, что мы запотели так? Это снаружи. Не понимаю сейчас. Где наши домы? Не запотели. Оп. Раз. Поехали. Надеюсь, быстро приедем. Надеюсь и жду. Я тоже говорю, вечером с вами поедем в Иваново. Антоху мы, понятное дело, не потянули, Антоха на мане. Ну, эвакуатор заказал, потому что, блин, мы груженые, куда? Как я дотяну? Как потянуть? Не представлялось возможности. Оп. Еще и скользко, короче. Очень, я бы сказал. Тут только что легковушка. Все, едем. Начинаем наш путь. Очень аккуратно. Рома, Роман. Стоит. Амортики, да? Амортики еще поставятся. Вот что надо. Я говорю, сейчас съездим. На Иваново быстренько. Нифига, даже Киевка не стоит. Уже к Московскому подлетаем. Хотя в то же время еду, как и вчера. Интересненько. Кстати, товарищи, по поводу вибрации, ну, вы поймите, я хотел вообще уже закрыть этот вопрос, что уже одолело. Это не вибрация, это биение. Вибрация – это совсем другое. Вибрация появляется, форсунки вам перебрали, появилась вибрация.
Подушка, резиночка высохла, появилась вибрация. Клапана плохо отрегулированы, появилась вибрация. И вибрацию на таких старых грузовиках нет смысла искать, потому что даже маховик будет давать вибрацию, сцепление. Каждый подшипник будет вибрацию давать. Диски, это грузовик. Вибрацию на старом грузовике нет смысла искать. А биение надо убирать, да. Ну, я же говорю, есть подозрения. Сейчас мы с вами все это будем делать так же потихонечку. Сайлентблоки передних два надо поменять. В раме сайлентблоки надо поменять. Втулки. На правой стороне сайлентблоки. И может будет нам счастье. Мосты надо, соосность. Выстоять нормально. Так, а мы, значит, подъезжаем к Варшавскому шоссе. Пролетели вообще незаметно, блин. Даже гайки не остановили. Стояли, блин, там что-то с утра вроде. Обычно они в это время не стоят. Полосы аж перекрывают. Смотрю, пробка, думаю, что за пробка. Выезжаю, смотрю, они полосу перекрыли. Черти побери. Короче, к Варшавочке подъезжаем, маленькая пробочка, там что-то вечный ремонт. Так что, вот так. А, еще, что хотел спросить, может, у кого стоит грузовик ненужный, в рассрочку бы забрал. Но только евро 3-4. Это к 5 числу, если все-таки реально запретят, работать-то надо. А то у меня вариантик-то один есть. Наверное, ну не знаю, стоит говорить нет. Как бы я почти договорился на 18-палетку. Но хотелось бы Мерседес. Ну, черт с ним, Мерседес, ман, век. Да, короче, какая есть машина, я бы что-нибудь забрал. Вдруг стоит и вам не нужна. Но в рассрочку, потому что, говорю, денег сейчас особо нет. И это еще не точно, потому что, я говорю, если там ведут глобальные какие-то... Блин, у меня ручка опять отвалилась от окна. Е-мое! Выпал стопор вниз туда. Надо это вставить. Тарань. Поддел. Если глобальные требования будут для пропусков, то, конечно, я заморачиваться не буду. Но вдруг все-таки его можно будет получить на евромашине. На евро. Ну, так что, если что, имейте в виду. Я только за. Так, что, да нам тут фигня. От Варшавки до Каширки. Там свернул и все четко. А так едет все четко вообще, блин. Ну как, тянет четко. Как чечетка. Вот мы груженые, причем так хорошо груженые, так аж колеса чуть-чуть подспустило. Тяга вообще просто бомбическая, просто. Че, куда он? А, тянешь его, тянешь-потянешь. Да. Хорошо, что чуть-чуть, вроде как вчера выехал. Может быть, чуть-чуть пораньше. Потому что... Вчера я очень долго вот тут стоял. Сейчас вроде катим даже. Блин, кстати, про расход. Я вчера, считайте, от дома съездил до Домодедова и вернулся домой. Это 140 километров получилось, да, примерно. Может, чуть меньше. И сегодня до Видного и обратно. Солярки еще есть. Это же очень хорошо. Расход радует. Хотя груженный вот сейчас. Вот, и обратно возвращался груженный. И скорость у меня не маленькая. А про 2500 оборотов кто писал? У меня 2500 оборотов. Я езжу 300. Где-то 2. Это максимум. И то я стараюсь уже... Бля, надо перестроиться. Я стараюсь в последнее время, ну, не кидать так высоко обороты. А то он солярки жрать начинает много. А Дега впереди идет хорошая. Спалка, вот не могу понять, она 17-палетная или 15-палетная, но хорошая, со спалочкой, блядь. Четкая.
Опаринки. Промзона. Блин, надо было снимать. Сейчас залетал с када на этот, ну, на Каширку. И там такая вот впадина, короче, такая плавная. Ну, из-за того, что груженный, понятно, что морда как просела. И я почувствовал, как у меня гуляет что-то. Машина просто, ее прям аж как это неописуемо. Прям вот лево-право-лево-право. Быстро и сильно сделать. Вот. То есть что-то гуляет. А гулять у нас может. Надо взять стремянки, блин, пацаны, нормальные. Это, заказать надо длинные стремянки. У меня получилось. А, нет. Короткие, получается, надо заказать. Да, короткие. Резьба там закончилась. Резьба на задней стремянке. Впереди, на передней балке, на задней стремянке закончилась резьба. Я уже там подложил гайку, но мне кажется, уже она тоже закончилась, потому что я по чуть-чуть подтягивал. Так что я думаю, может, стремяночки, правда. А я, значит, уже приехал. Хоть бы, блин. Я просто, по-моему, они с 9. Хоть бы побыстрее выгрузили, я бы домой поехал. И может быть даже поехал бы, помыл машину. На самомойку, блин. Шампунь у меня есть, все есть. Мне нужно просто вода. Снаружи бы помыл. Ну что вы, что тут делать? Ох ты, ё-мо, кардиант, шинный центр. Кардиант. Грузовые шины по оптовым ценам. Ай-яй-яй. Это новая или бушка стоит? Можно сюда подойти, взять бэушечки хорошие, да? А вон новые стоят. Че едем, пацаны? Пацаны. Бля, гараж же хорошо, такой бы боксик, да? Тачки делать. Я бы даже СТОшку бы замутил. Че, так раз в неделю можно выезжать на грузовике, а остальное делать, шаманить тачки, масла менять. Там, когда все, перебирать что-нибудь. Ну, не двигателя и коробки, и мосты. Так, чисто поменять, что можно будет. Ну, вроде даже уже и опыт есть с грузовиками. И все работает, пока даже ничего не отвалилось. Так что СТОшка была в тема. Найду, если помещение. О, мойка, ёб макарёк. А там грязно. Легковая грузовая мойка. Надо заехать узнать, сколько стоит. Сейчас, может, помоемся. Этот. Да, СТОшку, если попадется помещение какое-нибудь, я бы взял грузовую СТОшку повозиться. Такую чисто работу. ТО. Масла хорошие заливать, правильные. Смазка, замена мелочей каких-нибудь. Ну, чтобы в двигатель не лезть. В двигатель должны лезть профессионалы. Так, по-моему, вот здесь. Нет, не тут. Следующий заезд. Аэраторы. Ты в очках смотри, блин. Третий не хочет ехать. Че, интересно, сейчас подъедем, запустят нас, не запустят. А процесс выгрузки вообще быстрый пошел. Полтачки уже выкинули. Смотрите-ка, а? Ласточку разгружает. Блин, кресту сейчас будем с вами делать, будет видос. Надо кресту подготавливать к отпуску, скоро же в отпуск ехать. Кресту подготавливать. Ходулю с вами перебирать. Виталий же мастер. Смотри, даже масло не течет. От красавчик. Будем сейчас крестой заниматься тоже. Параллельно. Погодка, смотрите, славная какая, да? Отлично. Блин, а выгрузили-то вообще за часик. Прям круто.
Четко. Поехали за орехами. Так. Готовы мы, да? К дуй обороне. Блин, там летит машина. Сейчас едем с вами на Лучкойл. Позвонили мне, сказали, есть. Есть на Лучкойле немножечко. 100 с копейками, не знаю, больше 100 литров. Вау. Зальем Лучка. У нас было. Чтобы била солярка хорошая. О, блин, легко как идет. Вообще, конечно, пустой, когда вообще тема. Вот они, плюсы работы. Блин, плюсы работы в Москве. Так вот загрузился, не успел выиграть и поехал домой. Грубо говоря, две ставки. Рейс по Москве в среднем, ну не в среднем, от 7000 рублей. Плюс-минус там, смотря что везти. Сейчас пропуска ведут, будет 8-9 уже. Все, блин. Вот, грубо говоря, мы уже 11 часов утра, да? 11. 10.50. 10 часов 45 минут сейчас. Мы уже свободны. Сейчас просто будем стоять ждать на Лукойле человечка. И возьмем топливо и поедем домой отдыхать. И ночью поедем в Иваново мотанем. Почему и не хочу я, никакие дальники мне не нужны. Работа есть тут. Раньше, да, что-то не было работы, ездил на это. Так, и дома, и пробег маленький. Вот, а минус это вот иногда пробочки. Пробочки надо поставить. Так, нам надо в левый ряд, мы перед М4 дом. Тут просто вообще пиздец. Правый ряд этот он поворачивает, плюс отсюда выезжает. Ну, короче, лучше уйти влево. Че сидеть, да? Ожидать. Тачка стоит. Лучок. Мы пока покушаем. Что 30 минут подождать надо или 20. Прям руки помоем. Короче, если по купонам есть, по купонам вышло бы 300 рублей, типа. А если есть, вот без... Ё-моё, видалька, свин. Засрал весь этот. Только сел. Этот, без купонов, то, блин, 400. Бомба-омба. Что там, движуха идет? Надо будет переехать. Блин, на колонке заправили 120. Давай еще, давай этот. Потом что-то посчитали. Еще 30. Пришлось останавливаться, блин, с канистры переливать. Взяли, короче, 100-полста. Наши баки заправлены. Отправляемся домой. Потупим чуть-чуть дома, а вечером с вами поедем Иваново. О, дырочка. Дырочка. Нам надо в этот ряд. А то тут поворачивать будет. А нам прямо. Так, прямо. Как поехать? Киевка, наверное, стоит. Поедем по Калужке и там свернем. Как я обычно езжу. О, японец. Япония. Так что на Лукойле. На Лукойле он что-то, блин. Да, топливо хорошее, мне нравится Лукойл. Он работает на нем, ну, хорошо. Но, блин, он заводится на нем. А хотя сейчас вот обороты упали, видать, опять газ там что-то нарегулировал. Опять он на горячую плохо завелся. Все-таки влияет как-то там этот холостой ход. Ну, ничего страшного. Поехали отдыхать. Поедем сейчас с Ромой его в Леруа Мерлен отсадить. Свозим Рому в Леруа Мерлен, потом приедем, позанимаемся. Что мы? Датчик, да? Потом ремешок надо попробовать протянуть. И будки мне надо прибрать. Я сейчас насос доставал, блин, там все переворошил. Этот насос, солярку перекачивать. А он в канистру не влез. И пришлось, блин,
руками переливать. Наверное, будет время, сегодня запишем на комментарии в ответики по пути, как в Иваново поедем, да, Иваново. Погодка у нас кайфовая. Солярки нам хватит, по идее, еще останется много. Так что просто... Ой, блин, скорости перепутал. Мне опять не ту включил. Лузер. Легендарный 31 километр МКАДа. Наружная сторона, грузовые запчасти на все тачки. Далее. Там можно купить вообще все. По цене просто может быть подороже. Подороже, чем в Армтейке, там, ну, в интернете, короче. А так, тут я колеса покупал, тут официалы. Блин, какая у меня резина стоит впереди, китайцев. Goodride, они же, вот как у меня, Westlake. А все зеленее, да, у нас? Теплынюшка. Отлично. Кто-то поломался. Все у нас, финишная прямая. Аэропорт Внуково, самолетки. Кайф. Пойдем домой. Пойдем домой. Не знаю, может пойти домой поспать вообще. Потом с Ромой попозже съездить. Все равно легковая занята. Потом с Ромой съездить, потом... Потом что? Надо бы... Я же говорю, вот проводок вот этот хочу сделать. Посмотреть, надо, видать, отвалился. Помимо проводка, ремешочек, походу, надо подтянуть. И колесо подтянуть. И стремяночки можно подтянуть. Все можно подтянуть. Думаю. Да, наверное, пойду домой посплю.